Своим открытием может похвастаться и группа астрономов из США, Швейцарии и Чили. Они обнаружили в космосе водный мир – планету, полностью состоящую из водяных паров. Находится небесное тело на расстоянии более 124 световых лет от Земли. Уже известно, что оно превышает размеры нашей планеты в два раза, а весит при этом в 7 раз меньше. В настоящее время ученые занимаются исследованием состава космического тела. Им уже удалось установить, что основной компонент – вода. Кроме того, судя по результатам спектрального анализа, вода, из которой состоит планета, смешана с каким-то неизвестным на Земле веществом. Ничего похожего на эту находку в астрономических реестрах до сих пор не числилось.